Все дети любят подарки, но ваш малыш только родился. Лучший подарок для него сейчас от мамы – это грудное молоко. Лучший подарок от папы – это поддержка мамы, чтобы она могла иметь возможность кормить ребенка исключительно грудью первые 6 месяцев. С молоком малыш получает необходимую энергию, питательные вещества и витамины. Грудное молоко также защищает малыша от болезней, и кроме маминого молока ему больше ничего не нужно, даже воды. Согласно рекомендации Министерства здравоохранения, исключительно грудное вскармливание с первого часа жизни и до 6 месяцев – это идеальное питание для здорового роста, физического и умственного развития вашего ребенка. Подарите малышу самое ценное – шанс быть здоровым сегодня и всю жизнь.